Приветствую вас, мои дорогие девы. Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И первая карта для вас в начале месяца марта – пятерка пентаклей. Для некоторых может быть здесь уход из отношений, уход каких-то ситуаций, проблемы, которые в вашей жизни были. Но то, что уже в начале марта из вашей жизни что-то уходит, это однозначно, да? Здесь как бы может быть... Для некоторых может быть то, что как бы вы понимаете, что у вас со здоровьем, да, у вас силы не хватает, как будто они куда-то уходят, а здесь может еще как для вас. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается. Карта мира. Как я сказала, вы можете почувствовать, что как будто у вас мир уходит, и ваш, знаете, уходит из, ваша земля из-под ногами, да, уходит как бы. Здесь как будто вы разрушаете себя. Здесь нужно как бы более понимать, что происходит вами, да, с вами, и сохранить то, что имеете в начале месяца. Здесь может быть для некоторых конец отношения, да, может это как бы завершение отношений, да, здесь может человек будет уходить из этих отношений. Давайте посмотрим следующая карта в начале месяца. Это карта императрица. Карта императрица показывает то, что после каких-то завершение ваших жизней вам дается новые возможности, да, новые для того, чтобы вы поставили новые цели, да. Если сказать про женщину, да, то это вы сами выпадаете, вам дает, знаете, как свыше, да, построить что-то новое, потому что вы благородная, умная, красивая, достойная женщина. Для мужчины, который имеет отношения, у вас с вами рядом есть такая женщина, да, из-за этого, может, из вашей жизни какие-то трудности, ну, уходят, да, может быть, вы уходите от работы, да, вы завершаете какую-то работу, и здесь ваша женщина будет вас поддерживать, да. Для одиночек здесь как будто показывает то, что, знаете, в то время, когда вы достойны уже получить ваше благо, да, то, что вы заслужили, да, то, что вы постарали, да, до сих пор, то, что вы много, может быть, на протяжении, может, за последний год вы старались что-то добивать, да, что-то, и здесь как будто уже идет, что вы вот собираете эти плоды, да, то, что вы посеяли, уже как бы собираете. Посмотрим следующая карта на середине месяца. Карта смерти. Карта смерти показывает завершение какого-то этапа вашей жизни, да, какого-то старого этапа вашей жизни и начинание нового этапа, да. Для некоторых, как я сказала, что здесь вот начало чего-то нового. Но это новое то, что не может быть как в прошлом, да, как не то, что как вот, ну, раньше вы, здесь как бы что-то все-таки по-новому идет. Давайте посмотрим следующая карта для вас, это что касается королева мечей. Королева мечей показывает середину, да, вы все-таки должны поставить точки на что-то, да, вы должны более понимать ваши плюсы и минусы, да, вы с кем общаетесь, с кем разговариваете, с кем вы хотите дружить, да, в какие отношения, да, если вам не нравится, как они, какие-то отношения, здесь для женщины как будто будет решение, чтобы она закончила, да, эти отношения, но то, что вы сами должны расчистить ваш путь, да, освободиться от людей, которые вам не нужно, уже в середине месяца марта вы это должны делать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, колесница. А колесница показывает новая взлетная полоса вашей жизни, новое начало. После завершения старого, начало чего-то нового, да, вы все-таки решили, да, уйти, поставить точки над «и», поставить точки, да, что вы уходите из старых отношений, которые там нету, да, мол, нету чувства, нету какие-то взаимные отношения, да, нету, вы не общаетесь, да, и вы все-таки решили поставить вот это, уходить из отношений. И здесь то, что вы стремительно идете в новое, да, стремительно стараетесь идти в что-то в новое. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает. Это паж жезлов.
Паш жезлов показывает, что для вас могут быть, как сказала, какие-то предупреждения. Да? Обращайте внимание, в конце месяца, может ли какие-то сны для вас предупреждение идет, может какие-то даже на улице, может, да, что вам кто-то подсказывает, говорит, да, постарайтесь обращать внимание все вокруг месяца, вот марта, что происходит рядом с вами. Да? Потому что здесь как бы нужно, да. Здесь, как бы, знаете, еще как показывает, что вы не хотите видеть или не хотите слышать кого-то, да, здесь только как бы тоже вас показывает, что вы эгоист, да, иногда не обращайте внимания то, что вам могут быть идти какие-то предупреждения. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это королева кубков. Для женщины это показывает то, что это ваше спокойствие, это вы эмоционально, да, вы, знаете, можете принять решение, да, как вам правильно. Но вы это делаете, знаете, не быстро, да, а просто старайтесь, да, знаете, более тихо оценивать ситуацию. Как предупреждение для некоторых, хочу это самое посмотреть, обращайте, может быть, на вашу здоровье, да. Для мужчины это может быть ваша женщина, которая рядом с вами, то, что она вот в конце месяца потребует, чтобы вы ей как-то, может, обращались к врачу, да, вот делали уже эту как поездку, да, как дорогу, да. Для вас, женщины, вы сами должны обращать внимание на ваше здоровье, да, и здесь как бы, как я сказала, что вы можете это не хотите слышать, не хотите это обращать внимание. Давайте посмотрим карту совета, что вам высшие силы совета. Девятка жезлов. Не закрывайтесь от своего блага, да, не закрывайтесь, да, может быть, были ситуации, может быть, какие-то, но не нужно закрыться от всех, да, то, что вы понимаете, что вы должны закрыться от каких-то людей, да, это даже в середине вы это будете делать, но здесь как будто, знаете, высшие силы, может, даже вам говорит, как, ну, как совет для вас, сохраните, да, не рассказывайте ничего никому, то, что у вас есть, даже счастье ваше, даже ваш близкий человек, что происходит, даже что-то может поздравить, никому не рассказывайте, да. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.